Привет, друзья! Российский истребитель Су-35С впервые сбил украинский МиГ-29 ракетой Р-37М на колоссальной дальности 213 километров. Об этом сообщают профильные российские ресурсы. Стоит отметить, фото и видеоматериалов, подтверждающих это, нет. Фактически подтвердить это невозможно, так как СМИ Украины не публикуют кадры уничтоженной техники. Как сообщается, российский истребитель Су-35С использовал сверхдальние ракеты Р-37М. Ссылка на видео о них в комментариях к ролику. Су-45 цель по курсу, дальность 200-полста. МиГ-29 удалось засечь благодаря тому, что на истребителе Су-35С установлена РЛС Н-035 Ирбис. Н-035 Ирбис имеет максимальную пиковую мощность до 20 кВт, что позволяет ей обнаруживать цели на дальности до 400 км. МиГ-29 имеет ТПР, равный примерно 5 квадратным метрам. РЛС «Ирбис» позволяет обнаружить воздушную цель с ТПР 3 квадратных метра на дальности до 400 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.